Вчера на заседании Совета Безопасности ООН в очередной раз мы распространили официальный документ, в котором подтверждается наша серьезная озабоченность фактами, отражающими провокационные действия украинской стороны. То, что они говорят, будто мы сами себя будем взрывать, находясь на ядерном объекте, ну, надо ли это комментировать? Это просто вранье чистой воды. Запорожская АЭС, там уже долгие месяцы находятся постоянно на ротационной основе эксперты МАГАТЭ. Эти эксперты направляют в Вену, в штаб-квартиру МАГАТЭ, регулярные доклады. Могут делать это хоть на ежедневной основе, это их решение. Эти эксперты, равно как и посещавший Запорожскую АЭС генеральный директор МАГАТЭ Гросси, прекрасно знают, кто обстреливает Запорожскую атомную электростанцию. В последнее время таких обстрелов стало гораздо меньше, но они были регулярными еще совсем недавно. И они прекрасно знают, что это опасно и что это до добра может не довести.